Ребята, в наших запасах гречки завелись жучки. Я посмотрел, это жучки-долгоносики. Они даже живые еще. Но это немножко уже притонул. Ну тоже, в общем, может оклематься. Вот такие вот долгоносики. Мы уже вытащили штук 10, наверное, из вот 800 грамм каши. Смотрите, вот он живой, долгоносик. Вон, скотина. Они еще убери. Скоты очень любят прятаться от человека. Но они не страшные, они как бы... С вами ничего не случится, если вы его съедите. То есть это не вредные. Бывают жуки реально опасные, которые ну, токсичные. Если ты их нашел в каше, надо их... А это так, фигня, в принципе. Ну, вроде это долгоносик, я не эксперт. Похож на долгоносик, потому что у нее долгий носик. Ни разу в жизни... Сколько, я не знаю, центнеров гречки съел, ни разу в жизни не встречал в гречке жучков. Вот мы тут устроили разбор наших запасов, ну, чтобы понять, что как. С этим все в порядке точно. Это вот эта вот гречка, в одной из пачки из которых были жуки. Вот надо остальные все пачки тоже проверить, естественно. Но получается, что эта гречка совершенно не кошерная, ведь здесь же насекомые. Мы уж столько их тут достали, просто жесть. Она вся, блин, в этих жуках. Но они как бы типа съедобные. Не очень хочется, конечно, но что делать. Видно еще, что эта каша стоит 12,5 шекелей за килограмм. Каша с мясом. Да, получается, что так. Я понял, кстати, как это делать. Смотри, вот они как бы там сидят в этой штуке, вот так вот потрясешь ее, и они начинают выползать по стеночкам. Их так раз ловишь. Можно, в принципе, да, кашу с мясом прям что. Сейчас такие ностальгируем. Вспоминаю советское прошлое. Говорит, штукенция говорит. Помните, как мы кашу перебирали, искали там камни. Да, камни искали. На самом деле, я вспомнил, я тоже когда-то вот в гречке были жуки. В советское время, 30 лет назад, я с бабушкой тоже перебирал крупу, и там иногда встречались кругленькие жучочки. Знаете, кругленькие такие. Помнишь круглых? Нет, круглых не помню. Я помню камни. Ну, камни, да. Камни, да. Нет, круглых жучков я доставал, но это было 30 лет назад. Вот с тех пор я первый раз в жизни увидел жучка какого-то. Точнее, жучков больших количеств. Она у нас уже варится вовсю. Вот в этой, вот тут, в общем, жучков много реально. Просто они, скоты, они, понимаете, тонут. Проблема в том, что жуки тонут, и хрена тут достанешь. Но я достал сколько мог. Ну, штук 15 достал из 800 грамм. И вот тут у нас остатки были этой же пачки 200 грамм, и штукенция отсюда достал, мне кажется, в два раза больше. Кажется, штук 20. Да, то есть вот тут, наверное, много жуков, так что, в общем, реально каша с мясом сегодня будет. Но они, в общем, ну это визуально не очень приятно, бывает, что у людей аллергии тоже на такие вещи, но у нас вроде нет. Так что ничего. Так сказать, приспосабливаемся к будущему. Говорят, в будущем люди вообще будут много есть очень всяких насекомых, потому что жратвы типа не хватает, но это вранье все, так что не слушайте. Знаете, почему вранье? Потому что торговые сети, супермаркеты выбрасывают 30% еды. То есть 30% еды, которая производится в мире, 30%, треть выбрасывается, потому что ее не купили. А бесплатно раздать они не могут, потому что им же важно, так сказать, с нас бабки собирать. Поэтому их просто берут и выбрасывают. Надо, чтобы был капитализм, чтобы люди покупали. Не придется жрать насекомых. Ну, если у вас только нет такого желания, или вот у вас нет возможности их не жрать. Только что провел литературный анализ этой проблемы долгоносиков в гречке, в рисе. Короче, оказалось, что это нормально в целом, то, что они там заводятся. В основном мы их не замечаем и жрем их просто так. То есть, в принципе, любую еду, любую, вот вы в пекарне там покупаете хлеб, во всем этом есть жучки или их части. Я прочитал, оказывается, есть статистика, то, что каждый год мы едим 140 тысяч кусочков жуков, каждый из нас. 140 тысяч кусочков, потому что они везде, то есть в любой пекарне везде эти жучки есть. Это нормально, и как бы они, есть определенные нормы, сколько их должно содержаться. Вот, ну, конечно, это не очень хорошо, что мы придумали. Мы, во-первых, эту гречку положили вот в такие пакеты герметично, чтобы из них еще ничего не выпало. Дальше мы ее положим в морозилку. Морозилку, чтобы, соответственно, они, там, яйца этих жучков и сами эти жучки сдохли. После того, как мы будем использовать, достанем из морозилки, мы, ну, хотя бы неделю, чтобы оно в морозилке побыло, мы потом возьмем это и отмочим. То есть, берешь кашу, отмачиваешь ее полчаса и смываешь воду вот так вот.
Ну и потом можно спокойно есть. Вообще, то есть, можно и так есть. Мы так сейчас поедим, но в следующий раз мы будем более грамотно делать. Но только их не должно быть слишком много. То есть их должно быть так вот, ну, еще там одного где-нибудь нашли. Так что, в общем, да, это народ шутит в интернетах, что это просто дополнительный белок. На 100 грамм жуков у вас там 70 граммов белка. Ну что, накладываем нашу кашу. Ну, вроде жуков я в ней так не вижу. Возможно, они где-нибудь спрятались. Да, обычная каша. Эти жуки помирают вот только так от холодного. Можно их вмолять. Если у вас такая проблема, и они только-только там где-нибудь вы встретили жука, можете положить в морозилку или даже в холодильник. То есть температура там плюс 3, они уже не любят это. Ну и тоже, если вы кашу, естественно, если вы ее варите, то, в общем, нормально. Я думаю, я на самом деле действительно в своей жизни кучу этих жуков съел, просто я даже не в курсе был. Вот. Обычная каша. Попробуешь? Попробую, конечно. Горячо. Вкусная. Очень.